наши специалисты отдел кредитования. Вы подскажите, ранее с вами ваш специалист связывался, то есть проинформировал касательно компрометации вашей ведомости, я правильно вас понимаю? Да, все верно. Да, и также подскажите, возможно, вам что-то осталось непонятно, то есть какие непонятные вопросы у вас возникают, также задавайте, я буду на них отвечать. Да, есть вопросы. Смотрите, один вопрос в том заключается, что у меня обычно приходит на телефон сообщение, если кто-то заходил в мой Сбербанк онлайн. Вот, ко мне ничего не приходило. И когда мне сказали, что типа ко мне из Ростова-на-Дону кто-то залазил, я позвонил брату, который работает в Сбербанке. Я ему сказал пробить мою карту, кто-нибудь заходил. Он сказал, что ко мне не заходили в течение последних двух дней, точно никто не залазил. Угу. Да, и также касательно брата, подскажите, пожалуйста, это его пластиковая квартира или как? Я не понял. То есть мы набрали брата и Он работает в Сбербанке. Я у него уточнил, чтобы он пробил по моей карте. Она входила кто-нибудь, кроме меня. Он сказал, что последние два дня никто не входил. То бишь, меня сейчас, грубо говоря, обдуривают, что кто-то сегодня или вчера заходил в Сбербанк мой. Да, все верно, все верно. Да, теперь я информирую вас, что данная информация есть только у службы безопасности, и сотрудники отделений контакт-центра не осведомлены о тех санкциях, что производит служба безопасности. У нас максимально защищенная линия, вы видите, как же номер телефона, который вас набирал, он указан в договоре, вот, в первую очередь, и только у службы безопасности также есть снята данная информация. То есть, также сотрудники отделений могут информировать вас Ну, все верно. Да, и также, Вячеслав, информирую вас, что сейчас я в контакт-центр подал заявку для того, чтобы вам отправили информирование с номера 900. Вот, в первую очередь, там будет 15 секунд, который вы никому вообще не оглашаете, ни мне, ни третьим лицам. То есть вы приходите завтрашним днем в отделение банка, то есть показываете эти 15-значный код кому-то из сотрудников для того, чтобы вас пропустили без очереди для перепутка ваших пластиковых продуктов. Это дело так далее в вашей финансовой безопасности. Это также понимаете, верно? Хорошо, хорошо. Да, вам сейчас код, в первую очередь, подскажите, пожалуйста, поступил. Сейчас скажу. Пока нет. Да, все верно. А, хорошо, тогда ожидаем, то есть в течение одной минуты я думаю, она должна поступить. Какие-то технические работы ведутся время. И также вам ваш специалист ранее предупредил, что также по вашему личному кабинету была отправлена заявка на потребительский кредит. То есть это он вам также предупредил, касательно этого, верно? Да, все верно, что он сказал, что у меня смог Сбербанк онлайн на кредит какой-то пошел. Да, смотрите, так же, то есть, позже я вас проинформирую, то есть, как это произошло, а пока также вам сообщу, что вы подключили в первую очередь ранее, то есть, мы очень специалистом общались, вы карту нашего банка не регистрировали на каких сайтах, как Алиэкспресс или Бабаджо, верно? Нет, не пользовался. Да, конечно. Какие у вас отношения с братом вообще, в принципе? Ну, в плане, подвести вас как-то не может? Да. Я вас правильно понимаю. Он мой родной брат, конечно, что он будет меня обманывать. Вы простите за данный вопрос, я просто сейчас вас информирую, что данному кредитованию причастны сотрудники напрямую, то есть отделений нашего банка. Вот, как это происходит? То есть у них есть информация вся о наших клиентах, вот, вы также должны это понимать. Вот, и непосредственно у нас есть недобросовестные сотрудники, которые...
которые данная информация либо пользуются, либо перепродают ее третьим лицам. Вот так как у них только есть ваши паспортные данные, то есть ваша прописка, это также понимаете, верно? Ну, все верно, согласен. Да, и смотрите, то есть поэтому я задал такой вопрос, я искренне надеюсь, что вы на меня не обижаетесь за него, то есть и понимаете максимально, то есть что мне необходимо по регламенту банка из-за задачи. Вот, вы в первую очередь подскажите, пожалуйста, где пластиковые носители получали? Ну, точнее, по вашему голосу, верно, Санкт-Петербург. Да, все верно, да. Да, и также подскажите, вам его в открытом виде вручали или в закрытом? В закрытом. Хорошо, зафиксировал данную информацию. Также будут проверяться все отделения, абсолютно все, где вы обслуживались у специалиста по Санкт-Петербургу. И также проинформируйте меня, пожалуйста, сразу, ваш брат работает по другому городу, верно? Нет. Почему? Тоже он же в Санкт-Петербурге. Хорошо, хорошо. Да, хорошо. И также давайте не будем также, то есть перейдем к делу непосредственно, потому что был одобрен кредит. Также вы подскажите, вы являетесь зарплатным клиентом в нашем банке? Да, все верно. Да, в первую очередь, также младший специалист ранее зафиксировал, что по вашему онлайн-кабинету один пластиковый носитель от нашего банка фиксирует, это верно? Ну да, все верно, один, одна карта. Да, все верно. Хорошо. На данном этапе информировал вас, что ваш лицевой счет практически удален из системы банка. Единственная заявка, которая отображается по старому лицевому счету, это заявка на потребительский кредит от нашего банка. Я так понимаю, за последние сутки заявок кредит также не делали, верно? Нет, не делал. В таком случае я подтверждаю заявки на финансовое дело информацию о том, что данный кредит был оформлен мошенническим путем. Данная заявка была сформирована следующим образом. В вашем личном кабинете Сбербанк Онлайн подали заявку на потребительский кредит с условием зачисления денежных средств на карту постороннего банка. Заявители, чтобы сумма кредита сразу после одобрения поступила на карту третьих лиц. Анализировать данную заявку мы сможем путем создания дубликата этой заявки в вашем личном кабинете. То есть нам нужно создать такую же заявку, как формировали третьи лица. На место зачисления мы выберем вашу карту. Когда система банка подается две одинаковые заявки на кредит с оплатными реквизитами зачисления, то первая заявка удаляется из системы, а вторая остается. Таким образом, мы удалим ту заявку, которую подавали ранее третьи лица. Вы в первую очередь подскажите, пожалуйста, Вячеслав, у вас доступ сейчас к личному кабинету есть? В данный момент? Да, на данном этапе. Нету? Не. Подскажите, пожалуйста, точка доступа Wi-Fi где-то рядом. Мобильный интернет, просто нам необходимо сейчас выполнять ряд операций обязательно. Ну, сейчас в данный момент пока нет. Я понял, хорошо, Вячеслав. Подскажите, пожалуйста, когда вы будете в комфортных условиях, просто, для того, чтобы воспользоваться Wi-Fi? Пока сейчас, я пока в данный момент не знаю, как получится, просто в данный момент у меня сейчас интернет с собой, ну, ничего нет, ни интернет, ни Wi-Fi сейчас. Я так понимаю, вы сейчас территориально находитесь на работе, верно? Да, все верно. Хорошо, и также, смотрите, мы сможем подцепить с вами следующим образом. Вам коллеги, то есть я слышал, как же ваша коллега в работе взяла трубку, вы сейчас можете непосредственно у кого-то попросить также для того, чтобы раздать вам интернет? Да, кто мне даст? У нас мы на складе работаем сейчас. В данный момент у нас даже Wi-Fi тут ловить не будет. Да, и смотрите, также Вячеслав, я вас информирую, то есть что мы также должны с вами придерживаться под аудиофиксацию статьи 159. То есть неразглашение банковской тайны информировала. То есть все действия необходимо проводить в ближайшей секретности, чтобы никто не узнал, что с вами связывается служба безопасности. Это также по нему. Ну, все верно, конечно. Да. И также, то есть, помимо вас, визуально уголовная ответственность за ваши
домой или куда-то, где будет возможность воспользоваться личным кабинетом? Ну, в данный момент я не смогу доехать сейчас, потому что у нас только развозка будет 9 часов, поэтому я даже до дома не доеду. А вам сколько до туда ехать? Ну, мне сначала мы ждем до развозка, а потом до города еду. Там уже, грубо говоря, мне до дома, в сторону дома, ехать где-то полтора часа еще. Я только к 10:30 буду дома. Я вас понял. В первую очередь, сейчас я у финансового департамента запрошу, то есть также варианты, как мы можем с вами поступить буквально 15 секунд на линии, хорошо? Да, хорошо, конечно. Да, конечно. Да, спасибо большое за ждание. Да, в первую очередь, я вас попрошу, то есть, все-таки у всех коллег по работе спросить, то есть, есть ли у них интернет для раздачи. Вот, то есть, нам просто реально, ну, действительно необходимо прямо сейчас сделать все действия, вот, которые производились по вашему онлайн-кабинету для смены данной кредитной задолженности. Ну, хорошо, допустим. А что они могут обналичить у меня? А что они у меня смогут обналичить? Ну, вы сказали, что 3... А? Давай, смотрите, на вас был одобрен кредит на сумму 150 000 рублей. Угу. И нам необходимо сейчас как можно быстрее отменить данное действие, то есть перенаправить заявление на ваш банковский продукт и полностью погасить данную кредитную задолженность. Для того, чтобы вы не были должны нашему банку. Подождите, одну секундочку. Ну, во-первых, я хотел бы поправить, потому что, во-первых, они не смогут на меня взять кредит. Вы объясняете сотруднику службы безопасности, что на вас не могут взять кредит? Конечно. Я просто более компетентен в этом деле, вы должны это понимать. Вы использованы ваш паспорт, данные, то есть адрес прописки, то есть все ваши данные абсолютно. Нет, подождите, они не смогут взять кредит, потому что у меня паспорт белорусский. Поэтому они не смогут его взять кредит, как бы ни крути. А вы не гражданин российской кредит? Конечно, они не смогут взять кредит. И одобрить они не смогут никто. Лохи.